Выездной устричный бар приехал в Сочи из Анапского района. Морепродукты на выставку «Рождественский базар» привезла медийно-устричная ферма «Малый Утриш». Здесь посетителям предлагали традиционные для морского региона, но пока экзотичные для российского стола устрицы, мидии и мясо рапаны. Из этих самых крупных в Черном море моллюсков здесь готовили котлеты, подавали их с салатом и гренкой. Это исключительно свежий продукт. Так как он еще очень новый, мы сегодня людей учим открывать устрицы, готовить мидии, обрабатывать мясо рапаны и уже готовить из него дальнейшие блюда. Свежайшие дары моря выращены в акватории Утрижского заповедника. Ферма занимается этими деликатесами уже больше 6 лет. Поставляет свою продукцию к столу в течение 12-24 часов. Устрицы и мидии не замораживаются и не передерживаются в искусственных водоемах. А это значит, что сохраняют свои вкусовые качества. Устричный бар работает в Сочи на выставке «Рождественский базар» до 24 декабря в отеле «Жемчужина».